Всех приветствую, продолжаем рассматривать работы художников, скульпторов, знакомиться с их автобиографией. Джованни Баттиста Пиацетта, также известный как Джамбаттиста Пиацетта или Джамбаттиста Валентино Пиацетта. Итальянский художник эпохи рококо, автор религиозных сюжетов и жанровых сцен. Родился в Венеции 13 февраля 1682 года в семье скульптора Джакомо Пиацетты, у которого он рано научился резьбе по дереву. Начиная с 1697 года, он учился у художника Антонио Молинари. По словам Пиацетты, он учился у Джузеппе Мари Креспи, когда жил в Болонье в 1703-1705 годах. Пиацетта черпал вдохновение в искусстве Креспи, в котором светотень Караваджо была преобразована в идиому изящного очарования на его картинах о простых людях. На него также большое впечатление произвели алтарные изображения, созданные другим болонским художником полувековой давности Верчино. Около 1710 года вернулся в Венецию. Там он завоевал признание как ведущий художник, несмотря на ограниченные возможности и непритязательный характер, но в конечном счете пользовался меньшим покровительством как в Венеции, так и особенно за рубежом, чем две другие выдающиеся звезды венецианского позднего барокко, рококо, Риччи и Тьеполо. Я пользуюсь переводной Википедией. Круг тем Пиацетты был шире, чем у этих художников. Тьеполо, который сотрудничал с Пиацетто в некоторых проектах, находился под сильным влиянием старшего художника. Пиацетта создавал произведения искусства с теплым, насыщенным колоритом и таинственной поэзией. Он часто изображал крестьянство, путь и в парадной манере. Он был в высшей степени оригинален в интенсивности цвета, который иногда использовал в своих тенях, и в потустороннем качестве, которое он придавал свету, придающему рельефность части композиции. Также примечательны его многочисленные, тщательно выполненные рисунки поясных фигур или друг голов. Обычно выполненные углем или черным мелом с белой растушевкой на серой бумаге, они наполнены тем же духом, который оживляет его картины, и были приобретены коллекционерами как самостоятельная работа. Пиацетта создавал гравюры. В 1750 году стал первым директором недавно основанной Академии прекрасного искусства Венеции, и последние несколько лет своей жизни посвятил преподаванию. Был избран членом Болонской академии Клементины в 1727 году. Живопись Пиацетты отличается богатством колорита. Высоко авторитетный среди живописцев своего времени, он воспитал плеяду талантливых учеников, оказал влияние на творчество Тьеполо. Среди художников его мастерской были Доминико Маджотти, Франческо Даджио, Йоган Генрих Тишбейн, Антонио Маринетти. Гравер Марко Петтери был связан с его студией и выгравировал многие из его работ. Среди молодых художников, подражающих его стилю, Джованни Баттиста Писати, Джулия Лама, Федерико Бенковичи, Франческо Палаци. Пиацетта умер в Венеции 28 апреля 1754 года. Вот так вкратце из переводной Википедии о итальянском художнике эпохи рококо, авторе религиозных сюжетов и жанровых сцен Джованни Баттиста Пиацетта. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.